100 кустов форзиции вместо спиленных в прошлом году деревьев. В Изумрудных холмах администрация округа проводит посадки в рамках компенсационного озеленения. Специалисты усилили живую изгородь, добавили новых растений к уже растущим здесь акациям. Работу и саженцы оплатила Красногорская сеть. Они вырубили некоторое количество деревьев на территории округа. И в счет этого вот часть они высаживают деревья, часть кустами, потому что здесь вот необходимы были кусты. Вот здесь, значит, в рамках акции проведения озеленения вылетных магистралей у нас высажено 100 кустов форзиции. Еще несколько десятков саженцев появилось в районе новостроек на улице Пришвина в Опалехе. Род зеленых насаждений в администрации округа выбирают, исходя из пожеланий горожан. Жители этих домов проголосовали за каштаны и акации. А вот выбрать количество растений для компенсационного озеленения нельзя. Закон требует высадить одно дерево вместо одного срубленного на том же месте, либо два в любом другом. Возможная альтернатива – посадить 7 кустарников.